И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, вам понравилась рубрика, где мы тестируем оружие, и сегодня мы будем тестить классный лазерный меч, ну и еще классные там разные оружия. Димончик и Серега, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Димон, с чего вообще мы начнем? Давай, Димас, сначала вот я подготовил тебе броню и хп, возьми и за них, давай, чтобы давай, тебя давай, так давай, быстро давай. Не убило. Отлично. Так, вот, доставай меч лазерный. Понял. У меня будет желтый, я типа Пикачу покемон. Так, давай сделаю, потому что у меча есть свой вид от третьего лица. Во! Смотрите. Кого будем гасить? Короче, для начала покажем способности этого меча. Показывай, чтобы... Димон. Вот, первая способность — это на правую кнопку мыши их надо активировать, листать можно колесиком мыши. Первая способность — это просто прыжок, вот такой классный. Во, да, прыжок. Большой. Еще в воздухе драться мечом можно, Димон, если да, что. Да-да-да, можно направить вверх мышь, ну, вверх камеру, и тогда ты прям просто вверх подлетишь. Вот. Так. Дальше. Также есть вторая способность. Например, вот, Димас, вот попробуй меня ударить мечом. Я активировал способность эту. Давай. Попробуй ударить меня мечом. Вот, видишь, видите? Не прошло. Не прошло, это потому что на вторую способность это включается щит. Так, вот в третья способность, это у нас офигенная способность, мне она очень нравится. Смотрите, опа-на. Давай, Димон, протестим эту способность, покажем демонстрацию, как она работает. Смотрите, ребята, теперь отталкивающая мощь. Давай, Димон, юзай. Так, на всю способность юзаю. Давай. Так, смотрите, ребята, вот видите, обычный Боньки такой стоит, на меня смотрит. И ты начинаешь жечь. Начинаю жечь, жечь. На расстоянии. Да. Классно. Он черный стал. Ты его обуглил. Теперь он уже не такой, как раньше. Бонька, Бонька. Так, Диман, что у тебя еще есть за способность? А чё не убирается? А не. А все. Так, у меня еще есть способность хилка. Попробуйте меня ударьте, чтобы у меня было мало хп. Ай. Ой, все. Вот, допустим, у меня 94 хп. Смотрите, правая кнопка мышки. Оп. Я вижу, сердечки всё. Вокруг тебя, кстати, появляются. 100 хп, ребята, как и планировалось. Это оружие для RPG вообще подошло бы идеально сервера. Так, вот стойте, стойте, не трогайте. Надо очистить карту. Давайте очистим карту, я кое-что вам покажу еще. Давай. Ребят. Так, отойдите, тут я сейчас поставлю NPC-шек, отойдите, не подходите к ним. Не подходите, не подходите. Во, это что-то будет жестко, Димон? О, это будет классное что-то, смотрите. И, на счет 3. Раз, два, три. Давай, 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 гасите их вдвоем. Давай, Димас, ты тоже помогай нам убивать их. Давай. Подчинитесь темной стороне. А я их откину. На. Воу, блин, мне эта способность нравится, Димон. Так, помощь Димасику. Воу, вот это мы вообще с тобой психи. Так, я гранату достал замораживающую. Ребята, все, толпа аниматроников вообще сильно. Я люблю погнали, такое. Погнали, погнали, запускаю. Давай, сверху смотри. Ну такое себе. Такое мы эпичное еще никогда не делали. Ого. А это что такое за оружие? Воу, Димон, круто. Давай я тоже его буду тестировать. Вы так весело стрелять, я тоже хочу. Это меч какой-то. Ого, у меня подлагивает, пацаны. Воу. Пацаны, мы разошлись. Бедные аниматроники. Эпично, эпично, только меня не домажьте. О, пацаны, этот... Димон, тут черная дыра есть. Где она? Черная дыра? Вот она, черное очко. Давай, запускай. Пускаю. Отходите. Отошел, давай. Воу! Надо его, Димон, сверху стрелять. А где это ты нашел? А вторая строчка. Просто черное очко нарисовано. Смотри, Димон! Как сдалека она взрывается, ты видишь? Я не вижу, не могу найти ее даже. Блин, это оружие в коллекции. Я-то, короче, ссылочку на нашу коллекцию оставлю в описании. Подписывайтесь. Плохо, не могу его сам дамажить. Воу! Серега, это было классно, мне понравилось. Сейчас еще будет. Я ее полностью на максимум заряжу. Так. О, пулемет даже какой-то есть. Сейчас у меня полностью броня уйдет под зарядку. Так, я стреляю еще, а черное очко летит.
О, смотри, какую я пушку нашел. Давайте я вам. Во, я могу как-то сильнее зарядить, что ли? Димас, возьми эту пушку, она очень классно выглядит. Попробуй, смотри, вот я тебе скинул. Возьми эту пушку. Понял, давай, Димон, смотрю. Серега, возьми тоже пушку эту, возьми. Во, что это есть? Тоже что-то прикольное. А что это за кабака? Она какие-то штуки тянет. Да нет, чуть ничего не тянет. Не, он прямо из твоей пушки какая-то штука вытягивается. Ну я понял, но я не понял, как оно дамажит. Оно не дамажит его. Не, дамажит, убивает. А вот он, какой-то черный теперь кабакой светится. Не, правая кнопка мыши, это не то. На. Ого, РПГ. Гарри, смотри, не крашнется. Это вроде не нормально, пацаны. Ух, базука. Ты, сколько трупов, Димас, глянь. Блин, крутая РПГшечка. Мне нравится с прицелом таким. Я черную дыру, короче, на максималку прокачал. Смотрите сейчас, что будет. Давай, Дима, надо было и больше поставить мне. Ого, дыра. Ты прям шар большой пустил. Дима, давай я больше их поставлю, стой. Только чтобы... Я смотри, как я сейчас сделаю все с ТП. О, злобный Бонни. Хочешь, чтобы я эту дыру черную завел? Все, да, давай, для Бонни вот посередине, прям в самую большую. Знаешь, дыру, которую ты можешь. От чего? От батареек, которые вот у тебя броня есть, да? Они от этой штуки заряжаются. Сейчас будет. О, у меня лагает даже, ничего себе. Ну все, давай, мне да, тоже чуть-чуть. Давайте, ребят, все, давайте, я сейчас, короче... 17 FPS. Заряжу я сейчас эту пушку. Сейчас буду. Давай стрелять. Сверху, я прям вот так хочу вот так вот выхватить, да? Вот так. И... Так, на счет 3 стреля. Раз, два, ребята, три. Это поехали. Эпик. Ву. Блин, ты видел, их притянуло в дырку эту черную? Да, а это было круто. Теперь я стрельну. Блин, я тоже Димон стрельну. Бух. Классно притягивает их, потом раскидывает. Кстати, не сильно раскидывает. Они ж примерзают. Прям прим... Да-да-да. Есть граната замораживающая, это оружие. И когда книга... А, меня тут... Серега, ты случайно? Ха-ха-ха, прикольно. Я обиделся. Ого. Классно, что замораживает. Война. Ну так не война, ладно. Давайте дальше тестируем. Ладно, все. У меня я вижу, вы там, пацаны, разошлись. Ребят, упадение. Давайте на крышу дома. Твоего? Где я? Я прям красиво кругом расставлю, смотри. Прям эпицентр будет взрыва. А что тут будете делать? Все, Серега, смотри, готово. Что вы хотите сделать? Два. Метеоритный один. Дождь? Да. Я с вами. Я с вами, давай. Вон, посмотрите наверх. Во, пошла, ребята, жара. Все просили, сделай, Димас, еще метеоритный дождь. Все для вас. А нас не застает. Не, давайте посмотрим, просто будем стоять на крыше. Воу. Их так раскидывают трупейшины. Вау. Покинг стейшены. Я их ставлю, они сразу умирают. Это эпично, да. Ого, меня даже убило. О, метеориты, ребята, спасаемся, кто может. Они бегут, смотрите, к Димасу. Я тоже убегаю, я прячусь от этого метеоритного дождя. Они не спасутся, метеоритный дождь их убьет. А меня не убьет. О, давайте в конце сделаем по старой схеме, как мы любим делать. Ох, пацаны, они разбегались тут. Пацаны, вы куда бежите? Пацаны. Они прям толпой бегут. Ой, эпично. Надо валить, этот метеоритный дождь убивает всех. Так, ну так, все, давайте завершаем это, то, что мы тут начали. Ой. Это, давай... Диман, что, колоссальная зачистка, да, пошла? Ну да. Геноцид на высшем уровне. А мне нравится по домам сдалека так водить, вообще эпично. О, это ребята, да. Разрушаем город, ребят. Все взрываем, собачки вообще. Конец света, спасайся, кто хочет. Да, зачистка идет. Никто не выживет. Нет, тут еще кто-то есть живой. Нету. Нема, а то да трупу нет, так лежал, как будто живой. Вот это они там разлетаются вообще.
Короче, давайте, последний наш выход, пацаны. Давайте на мечах будет сражение у нас, давайте. О, да, ты ж хотел. Точно, точно, давай. Блин, классно отсталкивать можно. Иди сюда. Почти столкнул. Есть. Говно. Слазь, секунду. А че ты не слазишь? А, фиг тебе. Ты сейчас подхились, и тебя буду убивать. Сейчас подхились. А, говно. Не дал мне подхилиться, да? Значит, ага, ага. Оп. Сейчас, 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 100 хп будет, я сейчас... Ах ты, гори, горючим меня своим тут. Попал, ребят, это была такая напряженная битва, но я выиграл, проигравший. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.